уже кілька разів доповідач Діденко Дмитро Іванович. Уважаемые члены исполкома, управление подготовлен проект решения. Ранее были выделены финансовые средства в сумме 3 миллиона 644 тысячи на поточный ремонт дорожного покрытия. По итогам работ на сегодняшний день выполнено с 38 объектов, выполнено 37 объектов. По итогам получилась экономия финансовых средств в сумме 356 тысяч гривен. Данным проектом решения мы предлагаем перераспределить финансовые средства на 6 улиц. Перечни, они последние 6 улиц. Там улица Нарская и далее по списку. Прошу данный проект поддержать. Дмитрий Иванович, я не пойму, тут нет улицы Искры. Они в другом перечне, где выделяли сумма денег 2 миллиона. Они остались, 70, они остались, да, это первый перечень, который вы принимали еще в марте месяце. 3 то есть миллиона, это дополнительно. Потом, да, здесь мы вносим изменения в этот. Здесь образовалась экономия на 356 тысяч. Там то улица, вы понимали, было 37 улиц. 38. 38. Сделали 37. 37. Улица Лизенко мы ее делать не будем, потому что там капитальный. По-любому надо делать капитальный ремонт. Мы ее исключаем. Эти финансовые средства с улицы Лизенко, 119, и плюс еще по оставшимся улицам, там разная сумма экономия, в сумме 356 тысяч. Получаем мы еще дополнительно 6. Получаем 6 объектов, да. Они всего есть. 43. Ну, 37,643 и плюс те 34 во втором списке. Где на 2 миллиона 76. И получаем по итогу, если мы все нормально выходим, мы выходим на поточный ремонт 77 дорог. Ну, я не почитаю где-то так. 77. Да. 77 дорог, это охвачено будет по концу сезона осеннего в городе Славянске именно текущим ремонтом. И плюс у нас 6 капитальных еще. Стадии. Да, один выполнен, 5 планируется. Сейчас подписываем договор. И плюс резервовка началась, правильно? Да, началась. 66 дорог. Если исходить из общего списка, что у нас около 700 улиц и переулков, то получаем практически выход на четверть дорог, которые, не улиц, которые мы в той или иной мере